Мой сын хороший человек. Он не виноват. Он не виноват, его не знает. Он работает сам. Я ну Его не знаете. Экранларыңдагы бу ата-ана Москвада Крок Ситида болып өткен теракта фарзантларыны айыпсыз экенлигине айтмакта. Яни Алишер Касимовнын ата-анасы. Аялынын сөзлөрүнө көрө, оглу квартирасын ижарага берген адамдарды танымаган. Аял оглу колго алынганын эшитиши менен Москвага учуп келген. 32 жаштагы кыргызстандык Касимов Россия паспортын алган. Келинглер, тоғырдан тоғыры суд залыдан олинген бұл мұрожатты көріп чықамыз. Мой сын хороший человек. Он не виноват. Его не знает. Он работает сам. Его не знает. Через заверку нас ты. Я приехала, как узнала. У людей знала, приехала. Я одна одинокая женщина. У нее трое детей. 3 года, 2 года и 1 годик. Он простой человек, веришь и всем верит. Всегда он хочет помогать людям, а он через завитых вот дошел. А вы знали про квартиру? А? Про квартиру знали? Какую квартиру? Ну, которую он сдавал. Он сдавал, я знаю. Ну, вот этот парень, он не знал, который у нее был. Вот. Так, ну, это же написано, что он только русским сдает. Почему же так? А он русским сдает. Вот хотела, я всегда сказала, русским он давай. Он не знал, он ипотеку взял, я так говорю, квартиру. Вот, это что не раз видели террористов в его заведении, как они там обедали, правда ли это? Что? Видели не раз. Те, кто устроил вот этот теракт, говорят, что якобы видели, как они приходили к нему в кафе. Нет, это неправда, нет. А что у него за кафе? А у него он арендует. Маленький кафе. Ну, еда, национальная еда и все. Он, ребятяший, простой человек. Я одинокая женщина воспитала. У нее 3 детей. Он хороший человек был. Где вы сейчас, вот, ну, не знаю, жена или мать? Жена здесь. Я мама. Жена здесь, 3 детей. Как вас зовут, скажите? Мы в шок попали. Как вас зовут? Меня зовут Рано. Я мама, я медсестра. Работала 27 лет. Одна его воспитала? Одна воспитала я. Мы я разведен, папа отдельно живет, своя семья. Он вот чужик, даже хлеб не рот, он простой человек. Задержан кто-то сейчас еще из знакомых с сыном? Нет, он вот один был. А вы дети, да? Да. А вас как зовут? Да, это мой бег, это мы с вдвоем прилетели. А откуда прилетели? С Киргизии, Вы сами там живете? А? Вы сами там живете, да? Я там живу. В Киргизии, в Таджикистане. Нет, мы узбеки из Киргизстана. Сын, да, он гражданин России, вот 3 детей. Он здесь вот работает. Он не такой человек. Он там успехи. Да, он сам оттуда. Он повар работает. Я его без отцов воспитала. С 11 лет он научил работать. Он игрушечками и все. Он никому вот плохого не хочет делать. Он вот так верующий человек. Вот. Я сказала, что так в сути, я в шок попала, звоню, не отвечает. Потом, блин, взяла брата, прилетели, вот. Ой, люди, честно говоря, мой сын хороший, вот билеты, возьмите билеты. Вот. Я одна воспитала, у меня один дочка и этот сын, у нее 3 детей. Меня жалко, вы сами поймите, вы тоже женщины, матери, вот отцы, у нее отец нету. Я воспитала одна. Я всегда вот так, я сказала, людям не надо верить, не надо. Ой, не надо. Там вот так приехал работать в стройке. А потом я сказала, приехали работать в стройке, я сказала, ладно. И вот так случился. А сколько человек было? Одному сдал только? Не знаю, там он сказал двое, я тут двое сказала, он меня сказал двое. Они сказали, что приехали на стройке работать? Да, они сказали, я сказала, сын, они откуда? Они из Таджикистана, но приехали зарабатывать в стройке деньги. А я сказала, они работу устроили, пошли работу искать. Вот так, когда он сдавал, так сказал. Вот. А так мой сын не террорист, их не знает,
никакой с ними связи нету, честно говоря.